сказочном королевстве принцесса ждала королевы. Она приходила к морю и просила багровый закат передать морякам-героям: возвращайтесь скорее назад. Она тихо шептала ветру: донеси слова мои, королевское сердце верное не нарушит клятву любви. И когда, победив ненастье, появлялись вдали паруса, наполнялись слезами счастья ее маленькие глаза. Мчались воды, и море бурлящее, повстречавшись с принцессой вновь, подарило ей настоящую и совсем неземную любовь. Незаметно закончилось детство, все теперь уже было всерьез. Ожидание, мольба, неизвестность и соленые брызги слез. Thank you.
Что ж, посмотрим, что там дальше за этой обрыв. Тебе пришли. Ко мне? Ой, здравствуйте. Это тетя Оля, врач со скорой помощи. Здравствуйте. А что, кто-то заболел? Да нет, ну что вы, я просто к вам в гости. Знаете, вот и хорошо. Алеша, идите погуляйте, подышите свежим воздухом. Опять-таки. Вы знаете, к Юльке приехала мама. Она ее скоро заберет домой, и они будут жить вместе. Тоже врач. Они плавают далеко в море и спасают людей. Только их очень редко отпускают домой, ведь они спасатели. Моя мама корабельный врач. Алешка, это прекрасная и очень важная профессия. Просторы больших океанов и далеких холодных морей.
Вот об этом как раз и забыл узнать. Ой, сердце защемило от жалости прямо. Поможем мальчонке найти. Сюда. Вот, ручка, бумага и конверт. Вы можете нам написать? Никого у меня нет, никого у меня.
Волчок? Почему волчок? Пожалуйста, это секрет. Ну, хорошо. Пусть будет волчок. Надо подождать еще немного. Она приедет. Обязательно.